Проблему урегулирования украинского кризиса в понедельник в Берлине обсуждали главы МИД России, Украины, Франции и Германии, так называемая «нормандская четверка». По окончании переговоров политики ограничились протокольными заявлениями о приверженности Минским соглашениям. Глава российского МИДа Лавров сообщил, что тема присутствия в Донбассе международных миротворцев развития не получила, а немецкий министр Штайнмайер сказал, что, возможно, в договоренности об отводе тяжелого вооружения будут включены и другие виды оружия. Когда этот процесс останавливается, может показаться, что реализация соглашений под угрозой срыва. Однако сегодня все стороны подчеркнули, что они хотят этого избежать. Тема украинского кризиса, правда, без самой Украины и без России, будет обсуждаться сегодня на встрече глав стран Большой Семерки в немецком Любеке. В самом же Донбассе последние несколько дней наблюдатели ОБСЕ констатируют обострение ситуации. Обстрелы ведутся с обеих сторон. Донецк и Киев обвиняют друг друга в провокациях.